вот спустя месяц начинаю выкладывать ролики. Заезд на Янское водохранилище был, но был, к сожалению, была забыта и камера, была забыта супруга целенаправленно. А сейчас будет именно заезд такой, как надо. Ну, я думаю, довольно-таки экстремальный, с интересной съемкой. Вот состав нашей чудо-экспедиции. Бессменный Кабу Матис, неубиваемый. Пилот такой же. Вайт Сиберия. Нерпа. И уже, чтобы не отличаться, на рычажной подвеске Курус М10. Начинаем ехать. Вот по таким лесным чащам и тропинкам у нас сегодняшний маршрут. А я думаю, что это такой проходимый стал? Колесо спустило. Говорят же, стравливать покрышки перед такой дорогой. А? Да, я понял. О, вот это подъем. Сука. Батя, я на эко еду. Прикинь, какие моторы, да? Thank you.
А говорят, самокатчики не спортсмены. Все хуже, чем я. А? По идее, по низу тоже заскочит. По низу? Да. Вот сюда, да? Пожалуйста, Крымское лесничество. Патруль территории. Вот как осуществляется на электротранспорте. Есть еще Крымское казачество. Но те ездят на ультронах вместо лошадей. Потому что ультроны созвучны. А это Крымское лесничество. Как здесь Женя поехал? А? Что? Заднее пробил? Не, легло. Как легло? Как в прошлый раз. А вспоминай, что мы в прошлый раз делали, и оно поехало. Едем дальше. Едем мы дальше, месим грязь, месим грязь, месим грязь. Грязь на мне оба. А вот они. Камешки, пыжики, ежики. А! Так и уйти можно. Ого. Сука, где-то шумит, Женя. Где-то шумит, звук послушай. Где-то шумит. Причем такое объяснение, что где-то вот там. Ладно. Ай! Ой! Офигеть. Вот наши крымские места. Обалдеть. Шумит же где-то. Нашел? Хочешь, я сфоткаю? Встань вот сюда, я тебя сфоткаю. Или на камень залезь, я тебя сфоткаю. Так я тебя сфоткаю, а не себе, на твой телефон. Интересно, потом программа покажет, какой мы преодолели высоту над уровнем моря. Сейчас он показывает, знаешь, сколько? 210 над уровнем моря. Брешет, наверное, да? Не, ну мы-то высоко. Он показывает 210, ну над уровнем моря. Это же, ну, не от дороги высота. Море-то еще ниже, если Алушту брать. Оно вообще там пипец низко. Да, я вот тоже туда думал пройти, может там он как-то более открыт. А? Во, вот я вот это и хотел. Что вот, где он именно выходит. Дыры.
Да, вот он. Да он по прямой к нам пробегись, вот тебе родник. Смотри, жаба. Где? А, да. Это значит вода хорошая, да? Что-то я такое. Я только хлебнуть хотел. Она там, где надо. Слушай, вот это что за таракашки там бегают по дну. Смотри, побежала таракашка какая-то. Типа бокоплавы, типа креветок. Ну что, все, ты первый ее целуешь? Чтобы мотор заработал. Да, у меня жажда и... что-то пропала. Или сначала Роме подсунем, ему терять нечего. Ром, как с французской кухней у тебя стоит? А то, блядь, сало. А где Рома? Рома! Вон он, видишь, маршрут видео, по которому этот спускался. Вот этот. Да, это главный туристический. Сейба, мы вот туда, да. А туда можно попробовать заскочить? Можно. Там дальше этот, пологий, ну. Да, ну если что, я тебя потащу. Я потом еще выше пойду. А, еще выше? Если что, я тебя повезу. Здесь только начинается, пусть залез. А, сейчас вот очередной прикол. Буду и так снимать спуск вот такой. И на замедленную съемку Женя снимет. Готов? Да, все, погнали. Что? А, ты тоже со мной. На замедленную съемку спускаемся. Не знаю, как это будет выглядеть, конечно, потому что катастрофа. А-а-а! Вообще огонь. Все, спасибо, Женя. А, вот это? Спуск еще тот, бля. Подъем был веселый, сука. А спуск был, да, подъем. Смотрю, как мы поднялись, конечно, это тоже, ну, фантастика, бля. Рома, видишь, как правильно тормозит? Видишь, есть какие тормоза дополнительные у White Siberia, видал? А? Не, это дополнительные тормозюки у White Siberia. Ух ты, бля! Вот это класс! Вот это класс! Вообще, главное, нисты. Я понял, у нас клуб нистов. А дальше уже не важно каких. Листья помогают притормаживать. А говорят, что только Кабу Вольф, да? Горный самокат.
О, резюка. Все хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Рекуперативный тормоз очень мне помог и пронес. Рекуперация самоката оттормаживает, за счет этого удается тормозить ровно без юзов. То есть вот в эко-режиме и с рекупом, в принципе, все эти преграды преодолеваются. Мощи самокату хватает, то есть, чтобы все это брать. Как-то так. Рома, пропускай товарищей. Жень! Рома просит внизу остановиться. Рома просит внизу остановиться.